Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию уроков, посвященных песням Виктора Цоя. Итак, песня, которую мы разбирали с Виктором в далеком 1982 году, «Последний герой». Таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой. Разберем эту песню. Она, с одной стороны, простая, потому что здесь всего лишь 4 аккорда. С другой стороны, они практически все на баре, и очень много таких симпатичных вставочек. Начинается она с ми минора. Обратите внимание на мизинчик. Итак, бой. Вниз, вверх, вниз. Дальше мы ставим мизинец на ноту соль первой струны, третий лад. Потом фа диез. И отпустили. Ре мажор. Смотрим, как играется ре мажор. Мизинец, третий лад, второй, третий, второй. Дальше идет песня по аккордам. Ми минор. Ночь кара. Си минор. Ка. Соль мажор. Ре мажор. Ка. И по кругу. Ночью так часто. Си, соль, ре. Ты выходишь на кухню, но вода здесь горька. Бой играем так. Вниз, вверх, приглушить. И потом вниз, вверх. Припев играем так, чтобы акцентировать басовую партию. Ми, соль, ля, си, си. Я играю первый аккорд басовая партия, второй аккорд и по всем струнам. Третий аккорд опять соль мажор играю. И ре мажор играю полностью. Последний герой. Подписывайтесь на наш канал, следите за нашими уроками, ставьте лайк, а также пишите отзывы и пожелания в комментах. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылочка находится под этим и другими видео. И самое главное, играй как Бенедикт!